Реала совершенно ни при чем. Похоже, он не из футбола, а из карате. Дружок появляется на поле, непонятно, за кого он играет. Возможно, он нейтральный, а возможно, он и за правых играет. Вот сейчас, как он здорово прорывается по флангу, пытается сыграть пас, отбирает мяч и бежит. Вау! Так, счет непонятно какой, игра продолжается. Бекенбауэр, забирай мяч, Бекенбауэр, позор, грубейшая ошибка вратаря. Мадридский Реал здесь с Барселоной обнимается, только вот в таком нашем удивительном матче можно наблюдать такую картину. Тут же ответ правых, забивать надо, Месси, удар в девятку, 1-1. Великолепная игра, самый маленький Месси на свете забивает гол, и счет становится 1-1. Вратарь выбегает из ворот, выбивает мяч на чужую половину поля. И что происходит? Мяч покидает пределы поля. Тормози! Месси, Месси, поосторожнее с ветераном Бекенбауэром. Надо с уважением к старикам относиться. И еще одна атака, Булыкин перехватывает.